Что обычно происходит, когда мужчина говорит такие слова: «Я хочу от тебя детей», и все, она уже расплылась, она уже фантазирует, губки будут как у папы, глазки как у мамы. Тут надо не фантазировать, а конкретные вопросы задавать. Где я буду рожать? Кто нас будет содержать? Где мы будем после родов жить? И вот такие вот вопросы сразу опускают его на землю. Случай из моей практики. Одна замужняя женщина занялась с молодым человеком любовью, и он в порыве страсти говорит ей: «Я тебя украду». И она задает ему такой вопрос, опускающий на землю: «А куда ты меня украдешь?» А на деле оказывается, что он сам живет на съемной однокомнатной квартире. Либо второй пример из моей практики. Девушка тоже замужняя завязала роман с парнем, и он говорит: «Я хочу, чтобы ты была со мной». И она его спрашивает: «А ты готов взять ответственность за моих двоих детей?» И все, вопросы отпадают сами собой.